Здоровенькие ребята, вы на канале Фордмак. Ну что же, новое видео от Валеры Гостера. И нас ждет шмон. Какой шмон, я не знаю, в какой игре, тоже не представляю. Но давайте уж подготовимся заранее, потому что шмончик, я уверен, будет знатный. Поехали. Всем здрасте, всем привет, я Валера. Сегодня мы играем в Сойтя Contraband Police. Well, I see it's a game about a truly Russian клюква, right? Aid Police. Будем проверять всех на границе. А, Польска. Not just a Russia, а Польска. Right. И такие вот, типа, дай пять говорить всем, иначе палкой дам. Просыпайтесь, товарищ, скоро будем на месте. А ты постоянно меня подвозить будешь? Смотрите, как дэнсит. Оп-оп-оп-оп, по гранд-пост. Что, все, покатались? Ладно, вот и добрались. Ну, согласен, за работу. Эй, а ты что сидишь? Че, уселся, пошли. Давай, давай. Эй, я первый день. Ты че? Слушай, я один работать не буду. Короче, не... Нет, я не выйду. Хочет парень работать. Здрасте, я по объявлению. Приветствую, товарищ, мы вас ждали. Я комиссар Андреев и веду вас в курс дела. А я не заразный вроде, выйди, поговори. Для начала зайди в офис, возьми информационное досье. А что, опять масочный режим? Это мой новый офис теперь. Блять, честно, вот смотришь на все это, вот какой-то, знаете, вайб, как будто заехал, условно, вот просто я сам из Брянской области, ты реально как будто проезжаешь, знаете, возле старых постов ГАИ, и вот там такие же местечки остаются, и... Я не знаю, какой-то, знаете, очень родной вайб. Да вы чё? Вот что за прикол? Это же мой офис. Или его. Будет... Ну ни хрена... Ля, какие технологии, однако, вы посмотрите. Ой. А ну и, конечно же, комп, чтобы... Я неоднократно рассказывал тебе про Warface. Теперь откройте досье и изучите правила проведения досмотра. Что это такое? Проверка имени, фамилии, срок действия, паспорт, фото, страны, машины. А, ну понятно, у нас такой польский, около 80-х, сеттинг 80-х. И плюс еще... Небольшое воспоминание. Даже не знаю, как сказать. Знаете, честно, у меня какие-то воспоминания резко возникли про Papers, Please. Только реально в сеттинге, знаете, такой Польша 80-х. Это что, я на работу пришел? Да. Отлично, давайте приступим. Нет, я не готов. Я буду читать, это же ответственно. Ладно, давайте начнем. Слышишь, я пошел на работу. А у меня все напарники такие будут. Я так понимаю, вся ответственность на мне будет. А, это очередь меня ждет? А что вы хотели, первый день? Сейчас быстренько всех посмотрим. Потребуйте предъявить документы. Ну ты слышал, да? Приезжай. Столба Лиса тебе все сказала, давай. Че там, где я вообще живу? Welcome to Арканистан. Акаристан. Господи, обожайте вымышленные страны, блять. Добро пожаловать в Арканистан, давайте, что у вас, деньги. А, документы, да. Придите документы. Акровратай. Кой акровратай? Сейчас сначала разберусь, потом буду решать. Фамилия, имя. Совпадает. Так, вроде все нормально. Номер паспорта. Соответствие. Срок действия. Сойдет. Ну все. Пора принять решение. Этот водитель имеет право пересечь границу. А ты хочешь, Алексей Дж? А вот так сможешь ездить? Если проедешь вот так вот, вы допущены. Такие мастера нам нужны. Все. Въезд разрешен. Проезжайте. Поднимает стекло рукой. Ну поехал. Все само закрылось. Опа. Чисто Тесла. Ай да я, ай хорош. А ты тут зачем нужен? Шо, Олег? Какой шо, Олег? Я Валера. Следующий. Это что, я в горячей воде стирал? Что это за... Ну что это? Эх, воспоминания про кушечку. Ну ладно, прикольно, такая уютная машинка. Да, Вася, шо за аппарат? А где двигатель? Ты как едешь? Слушай, у тебя дыра в полу просто, ты ногами перебираешь. Слышишь, у тебя фамилия не Флинстоун, ты не проходишь. Ты же это понимаешь? Росомаха. Агрегация наров! Капец, у тебя фамилия козырная. А чё в разрешении в паспорте разная фамилия с ошибками? Я... Ну-кас. Шо-то. Так, срок действия до... Нормально вроде все. И паспорта разные. Слышишь, Пушкин, ты докатался. А шо, я тут могу ползать у него по машине еще? Пропердел, блядь, салон. Но это была последняя капля. Все, пердунам въезд запрещен. Нам своих хватает. Вали отсюда, давай. Садись в свой полупокер. А, я ему капот не закрыл. Блядь, что это? Обоснованный отказ, идеальный досмотр. Конечно. Проходим, не задерживаемся. Ух ты, какой деловой, смотрите. Смотрите, крышу. Ухля. Модифицированный. Что он забыл? А двигатель-то не забыл? Не, нормально. Уже лучше. Вы хотели в Казахстан, но пришли в Арканистан. Здравствуйте, документы. В смысле все в порядке? Так, ну-ка, объединенные ралли...
Ясно. А срок действия? Нормально? Ну-ка давай рожу, сейчас инспектор Face ID все проверит. Усы клевые у тебя. Что-то должно быть не так. Все, техосмотр. Все, пропускаю, вот за такие усы нужно пропустить. Накачанный, блин. Я его раскрыл, не переживай. Три педали, газ, тормоз и что еще? Подозрительно этот мужик. Фары светят? Обе? Че в бардачке? Кондей работает? Печка дует? Подогрев есть? Ладно, все, проезжай. Здесь еще доска поехали. Позора стоит какая-то. Ориентиры на жуликов здесь, понятно. Это что, еще целый автобус досматривать? Нам столько не платят, да, чел? А ему пофиг вообще. 99 УР. Че ты, морда криминальная? У меня ориентирчик на тебя. Найдите знак змеи в ультрафиолете. Только попробуйте в мою смену что-нибудь. Так, что это у нас тут такое? Если я сейчас... А на самом деле это не контрабандист, а просто... На самом деле... Меня зовут Снейк Плискин. Скрою, и там какая-нибудь кока-кола эта санкционная. Побрею тебя сразу. Что ты орешь? Посмотрите на него. Белые кирпичи переводят. Кокаину. Кокаина. Какой кокаин в двигатель? Она быстрее. Бля, ты чё, как в двигатель кокаин, блять? А, горяченький любишь? Быстрее ехать не станет. Так, господин приезжий, вы арестованы за жестокое обращение с машиной. А тебе идет, слышишь? Все, рожа недовольна, это от Гуччи. Пить с крана, срать в ведро. До свидания. Весь кокаин на склад. 4 штуки. Так, слышишь? Там 4 брикета кокаина. Будет 3, спрошу с тебя. Во-во. Виллы для досмотра машины. Какие-то вопросы имеются, не понимаю. Всем салам, вы заехали в Афганистан. О, не буханочка. Не с топором. Так надо. Чё тут, есть что-то, нет? Лучше говори, у меня топор. Аман Бэтмен. Уже не то. Да что с вами не так-то, ребята? Номер паспорта. Полное несоответствие. И паспорт просрочен. Вы чё, угадали? Пиздец, нет. Чего уже надо по жопе давать и даже сбривать типа усы? Он не заслужил за такой обман. Райте. Слышь, вали отсюда. Врун обманщик, такие нам не нужны. И не приезжай к нам, хулиган, а. Обоснованный отказ, 100 баксов. Че, блять, за польский нахуй Half-Life? Фриман, спокойно. Ты не Фриман. Как иначе, граница безопасности, следующий. На поисковую собаку денег нет, поэтому я сам буду все нюхать. Не найду, подкину, слышишь, все просто делается. Фальшивые деньги. Сука, сам же себя сгладил в извлечении на эдляте. Блять, ты на самом видном месте оставил, блядь, это, контрабанду с фальшивыми деньгами, чел. Деньги? И что, ты мне хочешь теперь дать взятку дублями своими фальшивыми? Ты вообще адекватный, нет, человек? Со своим банком приколов? Посиди в отеле приколов, кстати. Все, я тебя друга привел. Пообщайтесь. Без паники, у меня есть план побега. Понятно, что у меня есть. Без ножек далеко побежишь, не? Приехал какой-то Скуби-Ду. Но здесь... Ох, ля какой! Хипарина! Вот это красиво. Буханка для хипаря. Видно, контрабанда будет. Ох, ё, и как мне это все проверять? А, я еще выгружать буду это сам. Какие-то коробки, мешки, слышь, надо простучать. Пусто, пусто. Блять! Да ну нахуй. Ты чё не предупредил? Бумаги даем, пробку не создаем. Опись грузов, одна корова. Здравствуйте, вы здесь одна? Показывай. Корову проверят, а вдруг у нее где-то прячется кокаин. Пишу, что ты корова, но под карандашом. Разгрузить. А что ты такой маленький, слышишь? Да ладно, посмотрите, какая она компактненькая. Такая просто милая коровочка маленькая, как такая коровка пони. О, это мило. Это не корова, это какой-то пес покрашенный. Признавайся, что в корове, я сейчас открою. Пусть в нашей стране посмотрят на маленьких смешных коров. Проезжайте. Следующий. Алло, вы там что, упоролись? Ну точно. Сломался, дайте, что я ли? Угадаю, откуда вы. Вот и несоответствие, дядь. На фотке ты лысый, а в жизни кепка. Что думаешь, я тебя пущу? Аркистан против кепок. Следующий. Аркистан лучшая из стран. Документики. Багаж, удобрения, РК? Это РК. Чего? А вам нельзя сюда. Товары из РК запрещены. Так что до свидули. Не-не-то-да. Королевство РК, стой. Аркастан. РК, говно. Ой, блядь. Ладно. Ого, машин прет и прет. Добро пожаловать в Аркастан. Аркастан супергуд, тут вам никогда не врут. Документ. Блядь, мне кажется, ли там, наверное, процентов 60 моделек, это просто, по сути, натягивание бороды и усов на... Похожие такие же модельки, просто серьезно. Кентики. Что у нас в багажнике? Что, блин? А, доскональный осмотр салона. Пока ничего. Опа, попался. Возьмите деньги, пропустите. Что ж вы такие непродуманские, ребята, ну камон. Вот так легко прятать, когда у вас будет полный осмотр. Простите меня, окей? Сколько? Мало. Добавляй. И что такое? Усы где?
Да как так-то? Усы сбрил, куртку снял. Вы у меня не проходите, понимаете? О, мне не нравится. С усами было лучше. Отрастишь, приезжай. Всегда вам рада. Если утром пенис встал, за окном Арканистан. Здравствуйте, документы. Ну, в целом... Вот это должно стать гимном Арканистана. Нормально? Что он какой-то обдолбанный. Ладно, проезжайте. Здравствуйте. Со спойлером, стрит-рейсер. Вообще чисто. А что это у нас тут? Ай-яй-яй, это же какая... Ой, блядь. Ты ничего не видел. Ах ты, сукин сын. Не умеешь ты еще подкидывать. Не умеешь. Блядь. Проезжай. Ля кабриолет. Я смотрю, любишь срать с ветерком. С какой страны везем туалеты? Унитаз, две штуки. Королевство РК. Ну, вот это вот для кого написано? Текст не видишь? Посвети себе. Отказ. Добрый день, документики. Спасибо. Че ты завелся? Ты куда, блядь, с коровой? Нет, только нет, а скорее садитесь. А ну стоять! Чего? Вперед за коровой! Всем постам, криминал, погоня! Погнать, да фары, как завестись? Чё? Слышь, аккуратней с коровой. Водитель не в адеквате вообще. Корова в ужасе. Ты нафига ее так трясешь? В ней уже не молоко, а взбитые сливки. Ну чё, ведь... Какие взбитые сливки? Там уже, блядь, творог готовый. Всё, на молочник докатался? Все, ты свободна, коровка. Это что за пельмень со спойлером? Вы только гляньте. Еще и какой красавец за рулем. Рон Гуррен Лаган? Без лишних вопросов, парень. Ты проезжаешь, но не просто так. Я с тобой. Что? Поехали? Спасибо. Надоело, знаешь, это вот это все. Вместе теперь будем жить. Не хочу! Меня опять притащили сюда за шкварник. Ну чё, ребята, вот такие парадки в замечательной неизвестной стране Арканистан. Короче, пиздец. Что же, Арканистан в орде племени коммунизм. Вот такие вот досмотры. Игра, кстати, прикольно выглядит, на самом деле. Такой вот Papers, Please, но в сеттинге 80-х, такой, типа, знаете, Западной Европы, точнее, больше Восточной Европы. Прикольно, интересно, надо будет как-нибудь оценить чисто для себя. Ух, что же, спасибо замечательному Валерию за такой экспириенс, было клево, респектуген и лайк, увидимся в новых видео, поэтому поддержи автора оригинала, подписчика, лайк, колокольчик и спокойной ночи, дружки-пирожки.